Короче, я в шоке, не знаю, что на версию. Соло драйв, короче. Дэми с 100 килограммовым чуваком накручиваю полторушку. Вообще нормально. А, я понял, наверное, случайно нажал, когда стартовал, понял? Как у тебя дела, нормально? Мы на 3000 вышли над уровнем моря. Ты прикидываешь? Вообще дичь. Красота. Ты как себя чувствуешь? Очень хорошо. Я enjoying. Иногда бывает, люди начинают молчать, меня это напрягает, мало ли там тошнит и так далее. Не, я что говорить, сразу я, я в восторге. Я в восторге. Что это такие за камни? Вроде бы как... Что говоришь? Как... Да, я же тебе говорил, это крепость. Ты, наверное, не услышал. Вот если обратишь внимание, смотри, вон туда смотри. Но... Видишь? На прямой видимости вот там будет еще одна крепость. То есть зажигают огни, получается, ну как бы сигнальная крепость, понял? Да? А, эти, да? Да-да. Понял. И это площадка, откуда мы стартовали, да? Да-да, мы уже выше, наверное, ну как минимум на ее высоте. Три штуки сделали, короче. Нормально, Дима, как всегда, не видит нас. Хер знает куда. Да, летит внутри по баллистической траектории, явно не туда, куда надо. Надеюсь, увидит нас. Да, вижу. Да, нормально. Я сейчас еще выше думаю, что что-нибудь. Он немножко распался, сам моточек. Сейчас может выше подкрутим, если встретим ядро. Ядра уже нет, не могу почувствовать. Ага, вот он, ядро. Нормально, мы выше выкрутим, зашибись. Давай еще требуем, короче. Крутим, крутим. Как ты себя чувствуешь? Супер. Продолжаем. Потерял его, где он? Продолжаем. Не вижу. Ну супер. Сейчас мы ядро покрутим чуть-чуть. Главное не упустить его, он уже такой раз расшатался немножко, сам поток. А ты видишь его? Да, конечно. А где он? Он уходит немножко, сносится. А, вижу, да, а, вижу. Дима, да, а поток сходит в эту сторону, сносится, мне приходится с ним вместе сноситься. Вот. Нормально? Супер. Ты делай, как тебе удобно. Хорошо. Мне по барабану где мы. Да, я еще сейчас ничего не найду, запрую, потом отразу наделаю. На базу. Тогда я успею полетать нормально. Да, да. Катаешься на лыжах, нет?
этого склона, да? Да, 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 с этого склона. Но я, по крайней мере, что-то вот нас поддерживает, чувствую. Не то, что вы прям сильно, но поддерживает. Сейчас мы немножко проверим. Ты счастливый человек, ты. Так подожди, я еще 5 часов прилетать. Меня, правда, родные убьют за это. Да, по-любому. Человека 3-4 отменит сегодня. Не полетают. Я променяю 3-4 человека на то, что прилетает самому. Это единственное несчастье, которое будет сегодня. Не со мной, а с другими. И при приземлении, как мы, ноги вместе или... Не волнуйся, мы